Хей-йоу, здорово, мои друзья! Меня зовут Ширка, и это первый выпуск душевного плейграунда. Погнали! Я совсем недавно попал в битмейкинг-игру, но очень давно во мне жила идея шоу мистера Грина Live from the Street, и я хотел делать что-то свое, поэтому мой проект — это копия Live from the Street. Но мне похер. Мой первый выпуск я делаю из Греции. Мы гуляли с моей девушкой по Афинам. Мы встретили одного музыканта, он играл на каком-то ихнем национальном греческом инструменте. Я отрезал нужный мне сэмпл, он выглядел вот так. Чуть-чуть замедлил его. Поделил на кусочки. И из этого всего я сделал свою мелодию, чтобы не было никаких проблем с авторским правом. Потом из готового пака для луфи битов я взял готовую басуху. И ударные я тоже взял в этот раз готовые, потому что мне было впадло пока заморачиваться. Ну и, конечно же, добавил нашего уличного музыканта. И добавил еще звуки попугая и петуха, которые мы записали, когда ходили случайно в парке. И вот все, что у нас получилось. Чего это я все делал? Потому что, сука, я знаю, что вы очень креативные типы, но я вижу, какие вы ленивые задницы. Поймите это, пересмотрите на себя со стороны и делайте крутой щит. Peace.